На Спасо-Преображенском соборе звонят колокола. Школьники из Китая какую-то кричалку тут кричали. Или какая-то спортивная команда или что? Много китайских туристов сейчас в городе находятся, гуляют, празднуют тоже с нами праздник, великий наш праздник 9 мая. Железнодорожный вокзал. Так, а как же? Туда спуститься можно, нет? Полиция стоит. И непонятно. Через вокзал, возможно. Железнодорожный вокзал. Видимо, какой-то поезд должен прийти. Непонятно. Непонятно. Вот. Китайские школьники здесь. А может и студенты, непонятно. Что-то. Везде китайские туристы. Громкие такие они.
Что-то там экскурсия какая-то, что ли, в железнодорожном вокзале. Вот люди стоят, там и наши граждане, и граждане Китая, туристы. Вот. Что-то там стоят, что-то. Видимо, какое-то мероприятие на вокзале тоже проходит. Да, непонятно. Но с перронов вроде как все перекрыто. То есть на перроны никак не спуститься. Возможно, нужно было где-то регистрироваться, чтобы попасть на вокзал. Непонятно, короче. Там охрана стоит на виадуках и как бы не пускает на перрон. А люди там вот есть. Вот запускают людей в вокзал. Морской вокзал. Солнечные часы. Я так еще там. А я только думаю, где надо сваливать, а они запускают. Давайте еду.
Что-то такие китайцы громкие, а? Или это спортивные какие-то команды, или что? Вот, они в форме в какой-то, в такой брендированной. Ходят, гуляют группами. Парусное судно «Паллада» здесь стоит. Корабельная набережная.
это буквально потом подкидывали, да? Вот такие вот маленькие солдатики. Распогодилось. Там запорожец стоит красный. Люди гуляют сразу, вот погода хорошая. И сразу люди гуляют. Вот это 9 мая. Очередь на красный вымпел музей. Давай, иди сюда. Я все равно знаю. Ну-ка, давай сюда. Красота. Thank you.
мемориальный комплекс. В Адмиральском сквере сейчас идет концерт для ветеранов. Вот. Туда сейчас не пройти. Натянуты там ленточки, стоят полицейские. Здесь китайские туристы расположились. Ходит патруль, следит за порядком.
КР еще. Вот сюда били. Ага. Знаю.
Рогатников! Молодцы, мужики, молодцы. И женщины тоже молодцы.
плече твоем до зари лежать. Вот оно. Держимся. У людей спроси, посчитают, пусть люди добрые, сколько баб теперь на Большой Руси, да за мужество стали вдовами. Твою и рану терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой нынче поровну. Я бы выпила, да запал мне тот, я сплясала бы, да не хочется. Эта жизнь идет, и война идет, неизвестно, что раньше кончится. Я воюю и рада. Терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой нынче порой.